подготовленный вопрос, действительно ли играл Ленин в шахматы, и хорошо ли играл, и как насчет Маркса, и как насчет Сталина. То есть нужно было, чтобы классики марксизма играли в шахматы. Да? Вы, молоденькая, вы таких вещей не понимаете, почему нужно было. Ну, еще раз, объясняю, нужно было для того, чтобы шахматы росли и развивались в Великом Советском Союзе. Не было, наверное, ни одной книги в советское время, которая не начиналась. Были первые старые страницы. Да. Не было цитаты этого времени. Ладно. Шахматы, гимнастика ума. Ну, да, что-нибудь да. В этом. Теперь доказывается, что это был Рохин, а не Ленин. Ну ладно, это не важно. Да, я чего это говорю? У меня было ощущение, что в Югославии шахматы не развивались сверху, а именно каждый с удовольствием играл. И насколько Григорьевич, какова была роль Григорьевича в развитии шахматы Югославии? А до Григорьевича были ли шахматы? Были. Если шахматисты Видмар, Милан Видмар, а также известный шахматист Бора Костич. Ну и если хотите, мы можем вспомнить известную новеллу Стефана Цвейга, шахматная новелла, где был изображен чемпион мира по фамилии Чистович. А на самом деле, он свой был на пароходе, который шел в Америку. И там на этом пароходе был югославский гражданин, Бора Костич. И он очень не понравился. Просто я рассказываю это многие знают, но тем не менее неплохо, если неплохо состоится. А в каком году последний матч был, в котором вы участвовали? В каком году был последний матч? В первой Югославии, в котором вы участвовали, не в 2000 году, а... Понял. Они разговаривали на эту тему. А кажется, последний май был в 79 году, но я не ручаюсь, поскольку я в этом матче не участвовал. Я вот это, понимаете, А вот скажите, матч проводились в разных городах, и вот играть в столице или в другом городе была разница? Вы имеете в виду Югославию? Да. Я бы сказал... Денис выигрывает 1-0, а Спартак 2-1 выигрывает. Так что если Денис удержит, сейчас уже кончается игра, то он чемпион. Я бы сказал, что это роль